Уважаемые жители города Новошахтинска, в городе в декабре месяце в связи с резким похолоданием обострилась обстановка с пожарами. Так, в период с 1 по 26 декабря 2012 года зарегистрировано 19 пожаров, 2 человека погибло, 1 человек травмирован. В большинстве случаев причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности и неправильная эксплуатация печей и отопительных приборов. В целях недопущения пожаров гражданам города настоятельно рекомендуется выполнять правила пожарной безопасности, такие как монтаж и ремонт электропроводки доверять только специалистам. При эксплуатации печного отопления не оставлять без присмотра топящиеся печи и не доверять надзор за ними малолетним детям. Не применять для розжига печей бензин и другие воспламеняющие жидкости. Не перекалять печи. Не сушить вещи над печами и отопительными приборами. И 10-й отряд хочет поздравить жителей города Новошахтинска с наступающим Новым годом и Рождеством. Приближаются новогодние праздники. Празднование Нового года не обходится у нас без елки, гирлянд, елочных игрушек и, соответственно, фейерверка. Помните, что несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности при установке елки, украшении помещений, использовании пиротехнических изделий может привести к пожару. Для украшения елки и помещений могут применяться только исправные гирлянды. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании, не ближе 1 метра от выхода из помещения. Не приобретайте несертифицированные пиротехнические изделия. Также пиротехнические изделия, не имеющие инструкции по эксплуатации на русском языке. До применения пиротехнических изделий внимательно изучите инструкцию и применяйте ее в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Применение пиротехнических изделий среди скопления людей на открытых территориях также запрещено. Не следует использовать пиротехнические изделия ближе 50 метров от зданий, сооружений, линий электропередач, высоких деревьев. Отдел надзорной деятельности также советует провести беседы со своими детьми о недопустимости приобретения пиротехнических изделий и их применения без вашего надзора. Помните, что ваша жизнь, жизнь и здоровье ваших близких, сохранность вашего имущества зависит в основном от вас же. Соблюдение требований пожарной безопасности поможет сохранить ваше здоровье, вашу жизнь, ваше имущество. Надеемся, что празднование Нового года не будет омрачено пожарами и тем более гибелью и травмированием на них людей. Благодаря вашей сознательности, благодаря исполнению вами ранее высказанных мною требований пожарной безопасности. Отдел надзорной деятельности поздравляет жителей города и гостей города с наступающими новогодними праздниками. Желает счастья, здоровья, успехов.